Зайдем туда. Ну можно туда зайти. Что, берем всем? Несем домой? Нет, несем к бабе домой. Значит, вот чем мы отличаем амрокса от племотроха в основном? У амрокса на крыльях такая буква V. Значит, второе. Сиди спокойно. В принципе, у петуха должна быть белая полоска чуть-чуть подлиннее по сравнению с белой полоской курицы. Вот. Значит, обратите внимание, что в результате курица выглядит более темной, чем петух, да? Петух посветлее. Просто за счет того, что белые полоски у него подлиннее. Вот. То есть я изначально сказал, что это амрокс. Но по вот окраске это получается племотроп. Значит, существует микрокраска, да, вот то есть самого пера. Но здесь полосатость плохая, да? А вот здесь она уже очень хорошая. А существует макрорисунок. Стараются следить. Значит, это какой смысл? Вот, чтобы здесь была ровненькая такая вот. Вот самое шикарное, вот этот фильм вот она идет, да? Вот. То есть вот если они. Очень хорошая птица, выставка. Значит, по массе чувствуется, вот, держу, что он такой тяжелый петух. Племотрохи, они же одна из родителей. Ну что ты? Будешь выпендриваться, вот так будешь висеть. Здесь уже бессилен. Вот. Не ручной. Ну да, не ручной. Одна из родительских форм бройлеров. И вот так вот даже потрогать вот здесь, ну, не сильно, но чувствуется, что достаточно такая вот упитанная. По идее, считается, бройлеры хороши, и они специально показывают, такой, как бы даже выдаются. Но это уже сами бройлеры. А он так вот идет. Боже. Петух, в принципе, хорошо, в хорошей форме. Желтый клюв, желтые ноги, то, что вот по породе у него прописано. Значит, в принципе, хорошая полоса. То есть, да, вот тут вот видим ее по всему. Значит, для оценки отсутствия центральной части хвоста. Ну, в общем, снижает. Можно даже сказать, что такую птицу можно снять по здоровью, просто потому что она ленивая. То есть это не имеется в виду не болезненное состояние, а просто состояние физиологического организма, по которому мы не можем определить качество хвоста, допустим, а вдруг он закинутый беличий, да, или вот кривой хвост. Ну, тогда мы должны были бы этого петуха исключить из оценки просто генетически. А так мы просто даже не знаем, какова это у него стать. То есть во всем остальном вот так вот петушишка достаточно хороший. Хотелось бы, может быть, чуть-чуть более пышных форм, как бы местных, но это уже из области тех желаний, которые. Ну, окраска у нее тоже четкие совершенно поперечные. Вот об этой конкретной курочке. И она нам показала и сразу, то есть вот когда. Я к ней пою, она прижалась, крылья вот так вот расставила, то есть, ну, явно, так сказать, женская поза. Понятно, понятно. Вот. Это чтоб не щупать, а сразу увидеть. Угу. Иногда надо быстро определить. Вот. Ну,
конечно, жара очень сильно действует. Но она хорошая несушка, поэтому у нее более бледные покровы. И клюв, и ушная мочка, и гребешок. Вот. Ну, я как вот стараюсь объяснить, вот женщины меня хорошо понимают. Значит, женщина носит свой плод 9 месяцев. За это время у нее крошатся зубы, выпадают волосы, портится кожа, значит. И она вот через 9 месяцев приносит новую жизнь весом где-то там 3-5% от собственного веса. Ребенок, да? А курица сносит яйцо за один день. Это в 285 раз быстрее. Тоже где-то 3,5% от собственного веса яйцо. Это тоже новая жизнь готова. Оно дальше само, конечно, разовьется, но она все, что нужно плоду, она все равно это же уже положила. Вот. И получается, что она почти в 300 раз быстрее это делает, чем женщина. Мало того, она это делает каждый день, если она веселится. Естественно, что у нее выпадают волосы, крошатся зубы и все. То есть она хорошая несушка не может выглядеть хорошо. Если ты смотришь, и курица хорошо выглядит, либо она не несется, ну вот скажем, после линьки, или молодая птица, вот она должна быть хорошенькая, красивенькая. Но когда она занеслась, месяц-два, и она уже не должна хорошо выглядеть. Если она хорошо выглядит, значит она лентяйка. Хотя, я при этом говорю как, вот, а зачем нам яйцо от вынесшейся курицы, вот, оно уже не такое полноценное, может быть, пускай курица несется через день, но зато она будет давать хорошие яйца, она будет успевать восстанавливать себя немножко. То есть здесь палка о двух концах, каждый выбирает для себя сам. Кто на рынок торгует, ему хороший такой. Легорн, который стреляет каждый день яйцами, оно идет. А если для себя любимого, или, скажем, на инкубацию, может лучше яйцо как раз, которое идет не так часто, но зато уже из него будут здоровые цыплята, будет сильный молодняк и все остальное. Вот. Спасибо.